Киров опять прогремел на всю страну. По информации некоторых источников, кировский медбрат-анестезист анонимно признался в убийстве 10 ветеранов, но врача сразу вычислили. Об этом уже написали многие федеральные СМИ. Мужчина якобы сам раскрыл свою тайну в одном из постов на интернет-паблике. С его слов, он отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких и наблюдал за их агонией, при этом испытывал удовольствие. В доказательство того, что он действительно работает медиком, мужчина показал фото в медицинской форме с бейджиком. По нему предполагаемому убийцу вычислили посетители сайта. К ситуации уже подключилась прокуратура Кировской области. В настоящее время следователи проводят следственные действия, выясняют обстоятельства произошедшего, также выясняют доводы, изложенные в публикациях средств массовой информации. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.